Я за Христом скоро
никаких забот, где не будет знать ни горя, ни печали, ни тревог. Благослови, душа моя, Господа. Вот. И я, конечно, всей душой своей вот, благодарю, славлю и благословляю Господа моего. И, конечно же, не забывайте всех милостей, которые Господь в моей жизни, так сказать, явил надо мной. Вот. И очень-очень всего сердца благодарны в первую очередь Господу, Богу моему, хранителю моему, спасителю моему, вот, ну и также благодарен в первую очередь, как бы сказать, своей жене Тане, которая, конечно, заботится за меня, старается сделать все-все самое лучшее для меня, я ей тоже благодарен. Ну, а, и особенно то же самое вам, всем дитя моим, я знаю, что вы любите меня, вот так, как я люблю вас, вы любите меня тоже. Вот, и тоже благодарю всем вот, за все, за вашу любовь, за ваши добрые отношения до меня. Вот, и не только вам, но и внукам тоже. Всем я рад. Вот, и всех благодарю и всех благословляю именем Господа нашего, Бога нашего. Вот, чтобы были тоже под Его охраною, под Его защитою, под оградою нашего всемогущего Бога. И тут все живут нас, и вас в этой стране, и там, конечно, на Украине. Дай Бог явит милость свою до всех. Вот. Кто особенно остро нуждается в защите Божьей, пусть Бог явит милость свою. И за все, хай буде прославлений всемогущий Бог, Бог Отец и Дух Святий. Аминь. Аминь.